Всем привет! Сегодня мы готовим творожную запеканку с ягодами. Нам понадобится 2 пачки творога, сахар, манка, яйцо, ваниль, горсть ягод по вкусу. Берем творог, перемешиваем, добавляем 2 столовые ложки сахара. Также добавляем немного ванильного сахара, 1 яйцо и тщательно перемешиваем. Смесь должна получиться однородной. Добавляем 5 столовых ложек манки, опять тщательно перемешиваем, добавляем замороженные ягоды. В сезон я использую свежие ягоды. Снова перемешиваем, творог получается немного розовым. Берем бумагу для запекания, поливаем немного ее растительным маслом, также добавляем 2 столовые ложки манки, высыпаем творожную смесь. Тщательно разравниваем, чтобы запеканка у нас ровно пропеклась и получилась ровной и красивой. Нагреваем духовку до 200 градусов. Отправляем туда запеканку. Закрываем духовку и оставляем на 20 минут. Вуаля! Запеканка готова. Берем запеканку. Выкладываем ее на тарелку, можно не дожидаться, чтобы она остыла. Режем, добавляем сметану или сливки по вкусу, а также очень вкусно с капучино. Приятного аппетита!